голубоглазый, у него был розовый носик. Теперь у нас носик стал черненьким. Это у нас мальчик. Вот это называется полный писец. Мы переносим другой подъезд. Это который сейчас получается. Да, это мальчик, а там девочка. Да. Это мы выкупили со сверхозяйства Вятка. Забой не этого ноября, а предыдущего. То есть уже больше года мы проходим жизнь. Это кушать под шубой. Они живые. Вот еще кушаться пытаются. О, это такая благодарность. Да. Я купила искусственную шубу. Такого же цвета. Очень хорошая на самом деле. Никто не отличается. Зачем же вы... Я пошла, этого перенесу, а то он в шоке, и сейчас еще за девочкой. У тебя почему-то фонарик горит. Маленький кусочек. Голыми руками, диких песцов. Мы их не даем гладить, но сегодня у них переезд, поэтому можете погладить. Только это, да, это настоящий писец, полный. Вот это писец, мы его не моем. Это дикое животное. Летом они страшные, лысые, а зимой они вот. Ты милый, сколько я не кусаю. Она боится. Ну, в шоке сейчас. Это у нас мальчик, сейчас я пойду за девочкой. А зачем вы сюда? Пойдем на фоне елочки попить. А это шедоу порода. Расцветка другая, да? Да. Нельзя белого с белым вязать. Мы купили мальчика и девочку на случай. Okay.